Бұлғыпай. Болды, болды, болды. Басыл, байқауымызды жалғастырамыз. Біздің келесі 7-ші нөмірлі қатысушымыз Данэля Төлешова Алматы қаласынан. Данэля Төлешованы қолдағыларыңыз келсе, 5708 номеріне 07 санын SMS қат арқылы жолдап, немесе 8809-080-5708 номеріне хабарласып, 07 санын бассаңыз болды. Данэляны қолдаңыздар, құрметті алматылықтар! Айлаган Астана – это для меня шанс победить на конкурсе и поехать на новую детскую волну. Я очень туда хочу. На уроке хореографии я все больше и лучше начинаю танцевать, продолжаю танцевать. На вокале я с каждым уроком развиваю свой голос. На актерском мастерстве раскрепостилась за это время. На сольфеджио я больше узнала о нотах, начала читать ноты и начала улавливать ритм. На первом конкурсном дне я пою песню «Белые ангелы». Эту песню мне посоветовал мой наставник Адам. Ангел тебя охраняет, оберегает, и самое главное, дарит тебе вдохновение. Поэтому я сегодня выбрал тебе песню, которая называется «Ангелы». Как тебе сказать, что я люблю? С ветром за руку лучи нам ловлю. Или хочешь, будешь спать, а я спою. И записка над звездой мечту свою дарю. Белые ангелы, по небу летели мы, и просто хотели мы крыльями неба коснуться. Мы белые ангелы, по небу летели мы, и просто хотели мы крыльями коснуться, что сейчас и куда бежать, вместо неба раз с тобой полетать. Или хочешь, будешь спать, а я спою, я буду над тобой, и тебе я присню. Рахмет, тамаша, көремендерде барлығы риза. Ал, Данэля, сен Батыржанның жанына бара ғой. Екі періштені Батыржан есімді періштенің жанына жіберейік. Рахмет, Данэля. Ал, біздің қазылар ақтылықтардың арасында тұрып, әділ қазылармен сөйлесейік. Алмас Кішкенбаев, мырза, өзі бірінші бастасын. Менің сөзім жоқ. Өте керемет. Алған фальцеттері барлығы, барлығы өз деңгейінде. Шынында айтатын болсам, көптеген біздің қазіргі таңда сахнада жүрген әншілерімізден
жоғарғы деңгейде өнер көрсетті. Мен сөзім жоқ, өте жоғарғы бал, он әрине міндет түрде. Рахмет, рахмет алыңыз. Дмитрий, енді өзіңіз осында кішкентай қыздың ішінен мынандай мықты дауыс шығады деп ойладыңыз ба? Вот у меня иногда бывает, когда ко мне приходят дети тоже в театральный центр, и я понимаю, что мне сложно с ними работать, потому что я уже не знаю, чему учить. У них от природы есть что-то особенное, Богом поцелованное в макушку. Тут уж, как говорится, самая главная ответственность перед родителями, перед педагогами – довести это, обуздать это и, конечно, сделать так, чтобы люди получали от этого бесконечное удовольствие долгие-долгие годы. Это, безусловно, очень талантливый ребенок, безусловно, она умеет то, ей дано, навряд ли она этому училась, ей дано уже, потому что очень-очень много. Это настоящий талант. Я поздравляю вас, что у вас есть такие артисты, пусть такие маленькие, но они есть. Александр Румянцев, мырза, сіз. Боже, это фантастика. То, что я сейчас наблюдал, это фантастическая история. Красивая, нежная, обаятельная. Она абсолютно в своей тарелке, она абсолютно сценична, органична. Вот, браво, браво. Браво. Дима Билан, олай жасай амайдын шығар, былай. Браво, ол жасай алады. Лина ханым. Мама плачет. Знаете, это маленький ангел с большим сердцем. Я думаю, надо слушать. Сіздердің бағаларыңызды көрейік. Қандай болды екен, қандай ұпай. Сонымен бізде 40 ұпай, сонымен бұндай 40 ұпайдың аржақта Данелияның қуанышын көру үшін біз Батыржанға сөз беруіміз керек. Батыржан! Періштелер! Второй максимальный балл за первый конкурсный день. Стану я на колени перед этим милым ангелочком. Прекрасно. Я удивился, как в таком маленьком, хрупком теле такой большой голос. Ты молодец. И, кстати, хочу подметить один момент. То, что она уже как профессионал выступает, когда тебя поднимал наверх твой ангел, ты не вздрогнула. Твой голос не вздрогнул. Откуда такой профессионализм? Скажи. Я не знаю. Я просто... Мы только вчера начали репетировать с веревкой. Было страшно? Нет, не было страшно, потому что я была уверена в себе. Спасибо всем огромное, спасибо. Голосуйте за нашу маленькую Данельку. Расскажи, кстати, ты тоже первый раз в Астане? Нет, потому что я здесь родилась, а потом переехала в Алматы. И оказалась здесь... Спустя сколько лет? Спустя 5 лет. Молодец. Что ты можешь пожелать всем конкурсантам, участникам? Я хочу пожелать им такой же удачи, чтобы у них было тоже каждый раз 40 баллов, чтобы каждый день мы словили все лучше и лучше. Молодец. И все больше и больше баллов. И маме передай привет, чтобы не плакала. Передаю привет всем! Мама, не плачь, у вас такая классная дочка. Ну что, я хочу передать слово нашим мега-талантливым, прекрасным ведущим Ирине Идаулету. Тамаша, рахмет, мақтанғандарыңа. Екеуіңді көріп, Батыржан, тура бір есіме Винни-Пух пен Петичок түстір. Керемет жарасында әдем жұпсындар. Ал біздің қатушыларымыз, барлық таланты балаларымыз, өзенің мұқты шын мәнде талант текендерін дәл осы аялаған Астанада дәлелдеп жатыр. Үрттеу кезеңдерінде дәлелдеп жатыр. Олар актерлық шеберліктен бөлек, музыкалық қабілеттіліктен бөлек хореографияны мықтылап меңгерді. Біздің үміткерлеріміз, өнерпаздарымыз өнердегі алғашқы қадамдарын